Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Prince of Persia The Sands of Time. Отлично, у нас полное здоровье, поэтому восстанавливаться не будем. Тут все завалил так. Уф, нехорошо, нехорошо. Ага, вот оно что значит, да? Тут, скорее всего, сейчас секретик будет. Или мы отсюда пришли? Стоп, 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 стоп. Интересно даже. Что за? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Правда, что за место мне такое? Мне почему-то кажется, что я больше не в Азаде. Вода? Что произошло? Странно. Я чувствую себя потрясающе. Он говорит прям как чувак после того, как дунет. Из Postal 2. Так, это случайно не то место, откуда мы пришли, не? Опа. Понятненько. Очень хорошо. Прекрасно. Но у нас тут еще, походу, есть такая штука одна, да? Или нет? Ну ладно, в любом случае пойдем вниз. Куда бы это нас ни привело. Отдай мне кинжал. Кто ты? Я Фара. Дочь Магараджи, у которого ты украл его. Это все ты наделал. Я видел, как мой отец превратился в песок. И мы разделим его судьбу, если ты не отдашь мне этот кинжал, чтобы исправить то, что ты сделал. Твой вероломный визирь говорил то же самое. Но теперь я не доверяю никому, кроме себя. Беги! Возвращайся в приемный зал! Жди меня там! Беги! Ну зашибись, по-моему, вот эти вот твари, скоробеи, совсем неприятные. Тут сколько жизни-то отняли, а? Теперь я вспоминаю ее. Она была с нами с тех пор, как мы покинули Индию. В пустыне я постоянно ощущал взгляд ее черных глаз. Теперь она опять была здесь. Она и я. Единственные двое, кому удалось выжить. Я сказал двое? Прошу прощения. Нас было трое. А третьего он имеет в виду, наверное, визиря, да? Который все этот кинжал хотел получить. Так. Замечательно, сейчас нам какое-то действие надо совершить, да? Песочные часы. Что? Я сразу не понял значения того, что только что увидел. Но я знал с уверенностью, которой не мог объяснить, что у этих крылатых созданий есть хозяин. Человек, который обманом заставил меня открыть песочные часы, теперь торжествует. И его цели до конца непонятны мне, но я знаю одно.
Он ни перед чем не остановится, чтобы заполучить и этот кинжал. Что ж, я дам ему то, что он ищет. Я воткну этот кинжал в его черное, вероломное сердце. Какие речи. Обалдеть. А ведь вспомните, как я вот играл, ну, в самом начале, да? Все время падал с этих столбов. То есть я даже не понимал, как прям нужно прыгнуть аккуратненько, чтобы не упасть. А теперь вот все отлично. Ну, относительно. Опа-па-па-па-па-па. Нам бы полечиться. А я все думал. Мы можем время откатывать? Да, можем. Теперь можем. Это хорошо. Ну, с учетом того, что инструкций никаких не было. Как использовать, что использовать. В принципе, все супер. Ай-яй-яй-яй. Вот сейчас, блин, чуть не упали. Или, скорее всего, так. Угу, вот оно что. Что получается в таком случае? В таком случае мы сейчас пойдем сюда. Ладно, не упасть. И это мы что, по кругу, получается, ходим, да? Я немножко не понимаю. Подождите. Нам надо попасть вниз. Как это сделать? Или нет? Или я что-то недопонимаю? Все-таки что-то другое. Я вам точно говорю. Ну да, да, я просто перепутал. Правда, все совершенно разное. И скоробейчики. Это тоже не есть хорошо. Куда же титра? А, ну все, понятно, все. Давайте мы их обойдем, ну их нафиг. Ба-ба-ба-бам. Как-то так. О-о-о-о-о. Ты... Да офи... Вот это жесть. Что либо мы сейчас просрём, либо выиграем. Это действительно был кинжал времени. Я начинал понимать, почему визирь так жаждал заполучить его. Хорошо, попьем еще водички. Сколько ж тут, а? Они бесконечно спаунятся.
Красиво получилось. Очень даже. Давайте установим песочек. Это шкаф. Так, я думал, что-то есть. А, вон еще один шкафчик. По-любому, где-то здесь есть какой-то секрет. Мы это сейчас узнаем. Нет, здесь пусто. Там уж сохранение. Ну офигеть, пока что ничего не нашли путного. Печально. О-о-о. Что за звуки странные какие-то? О. Зашибись. Так, что здесь? А, все понятно. Не один путь, так другой. Стоп, 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 камера. И даже уже сразу понятно, что делать дальше. Банально. Ну ладно. Все-таки игра 2003 года. Можно не ссылаться на то, что игра должна быть супер оригинальной. Раньше игры не так усложняли, как сейчас. Хотя бывает и иначе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, понял. Блин, резервуар пуст. Ну зашибись. И как же быть? Астер... Понятно. Ладно, вернемся назад в таком случае. Раз совсем все плохо. А хотя какой назад? Назад вернуться не получится. Так, а что ж тогда делать в таком случае? Не очень я понимаю. Замедления времени у нас нету, а без замедлялки мы дальше пройти не можем. Забавно получается ситуация. Что ни туда, ни сюда. У-ху! Лети. Да нет, не хочу я прокрутку использовать. Осторожно! Нет, нет, нет. Это тут. Ну, сейчас, надеюсь, у нас будет все заполнено, как положено. Вроде да. Давай! Нет! Готово.
Все-таки надо было быстрее. Быстрее надо было. Да, пропустить можно, к счастью. Оба! Все. Ой, слава богу! Я боялся, что ты один из них! Ты поможешь мне включить оборонительную систему Азада? Чтобы сделать это, понадобятся наши совместные усилия! Я освобожу стержни для тебя! Человек, который отвечал за это, исчез! Но ничего страшного! Опусти эту платформу до самого низа! Затем используй эти два рычага, чтобы вернуть ее назад! Видишь эти четыре стержня? Ты должен взять их все, один за одним, пока у тебя не будут все четыре. Затем подними их наверх, вместе! Да, полный бред на самом деле. Ты должен брать их в определенном порядке! Есть! Ты взял первый стержень! Теперь возьми еще три! Помни! Стержни перемещаются по направляющим! Ну, и... Будь внимателен! Один рычаг проворачивает эту платформу, а второй поднимает и опускает ее! А, понятно. Так, значит, нужно по-другому сделать. Примерно вот так. Ага. Да-да-да. Берем. Осторожно! Если ты выберешь не тот стержень, у тебя возникнут проблемы позже. Позже. Все понятно. Сейчас нам надо наверх. Ага. Далее. Направо и вниз. В принципе, не такая уж и сложная задачка, если обращать внимание на подсказку. Только не туда. О! Супер. Теперь, походу, мы застряли с вами. То есть, ничего не получится сделать, да? Ни туда, ни сюда. Ага. Вот ситуация. Главное, еще одновременно надо их все впихнуть. Вот в чем суть вопроса заключается. Блин. Интересно, интересно. Ну, ладно, давай вернем обратно. А что же делать? Как же быть? Мы могли бы, конечно, а что пробовать тут? Тут пробовать нечего совершенно. Да, я понял свою ошибку. Нужно было и правда вначале брать белый. Только немножко иначе с ним поступить. Я думаю, вы уже поняли как. Но я не буду как бы говорить. Сейчас сами узнаете. Интересный пазл на самом деле, если над ним немножко задуматься так. Все, вот это. Отлично. Так, стоп. Крутим, крутим. Супер. В общем, сейчас план действий будет следующим. Мы с вами
Двигаем эту шнягу, этот стержень наверх. Поднимаем тоже. Как предыдущий. Только на этот раз мы его с вами подтянем в самый край, левый. Угу. И вниз. Вниз мы сразу все. Во. Вот теперь все правильно. Ну, дальше будет уже полегче, я так предполагаю, конечно. Стоп. Вот. Это второй! Да, Кэп. Значит, теперь мы их поднимаем и тянем вправо. Что, музыка как-то резко прекратилась? Может, глюк какой-то? Вполне возможно. Кстати, такие задачки для следующих принцев Персии не особенно свойственны. Ага. Но я чувствую, что нам нужно будет другой выбрать знак, да, сначала? Сначала, да. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте на карту посмотрим. Осторожно! Сломаешь себе шею и подпишешь приговор всем нам! Да-да-да, ля-ля-ля, все понятно. Так, у нас с вами два стержня. Не пойми где. Да. И нужно спускаться вниз опять на платформе. Это будет немножко сложно сделать, но возможно, в принципе. То есть, да, как-то так. Ну все. В таком случае нам нужно сейчас спуститься вниз, но перед этим мы вот так вот подтянем, наверное. Да, да, замечательно. Нет, немножко не то. Еще рано! Я ты знаю. Должен взять все четыре стержня. Заткнись. И только потом поднять их наверх. Вот сейчас и поднимем. Шикарненько так. Оба. Осторожно! Продумывай свои действия заранее! Да, немножко я сглупил, правда. Надо было, правда, сначала верхний взять. Но все-таки подсказки какие-то он дает полезные. И обратно возвращаем. Ну. Так. О, супер. Да, остался один. Крутим. 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 Отлично. Теперь мы можем вниз спустить платформу. Нет, не вверх. Ага. Все, последний стержень. Ура. Так, где он? Где он? А, во. Еле-еле подсвечен. Это четвертый! Теперь подними их наверх и сопоставь с их гнездами! Угу. С гнездами вот так нужно сопоставлять. Все, в принципе, загадка пройдена. Есть! Я знал, что у тебя получится! Теперь остался один последний шаг! Чего, какой? Видишь эту платформу? Потяни за свой рычаг,
а я потяну за свой! Что это за машина? Я же сказал тебе! Это оборонительная система дворца! Не теряй времени понапрасну! Мы сделали это! Мы сделали это! Теперь мы покажем этим демонам! Они надолго запомнят этот день! Они пожалеют, что посмели напасть на дворец Азад! Да им, по-моему, пофигу вообще. Тоже мне. Что это такое? Да, привет. Но мне не до тебя сейчас, братюня. Прости. Замечательно, блин. Сам виноват. Отлично. У защитных систем дворца была своя извращенная логика. Их можно было обойти при помощи специальных выключателей, которые я скоро научился распознавать. И все же было очень тяжело отделаться от чувств. Быстрее поднимайся. Самое обидное, что скоро закроется дверка, и многое будет зря. И не хочется, чтобы до этого доходило, совсем не хочется. Быстрей. Братюня, вставай, поднимайся. Я туплю, очень сильно туплю, глуплю. Но мы пройдем. Я обещаю, не упадем. Да. Ладно. Опа. Хе-хе-хе. Привет, ребята. И как нам туда запрыгнуть? Дюк! Мне никто не помешает попить. Совсем зажали гопники. Дед. Офигеть. Хо-хо-хо. Не-не-не, братюня. Ну, забирайся. Так, мы себе этим купили еще кое-какой запас. Придурок! Быстрей! Плохо. Держимся. Вот подстава-то была только что. Ах ты ж... Быстрее.
Это было очень опасно. Давайте теперь отопьем уже водички. Не помешает. После такого. Отлично. Просто замечательно. Конечно, сохраним. Почему бы и нет? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да, друзья, надеюсь, вам эта серия понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.